Приветствую всех на канале RockCD. В сегодняшнем видео у меня будет обзор оформления третьего студийного альбома американской группы Godsmack, Faceless, выпущенного в 2003 году. Диск у меня лицензионный, произведен компанией Moon Records по лицензии Ukrainian Records. Такая вот обложка альбома с лицом и логотипом группы на нем. Вот таким значком помечали все издания компании Ukrainian Records для продаж на территории Украины и карта Украины. Вот такая вот. Издание 2005 года. Альбом этот состоит из 12 песен, на 3 из которых были сняты видеоклипы. А именно на песне Straight Out of Line, песню I Stand Alone, которая является саундтреком к кинофильму «Царь скорпионов» и «Serenity». Этот альбом является одним из лучших альбомов группы, а может даже и самым лучшим среди студийных работ. Вот так вот выглядит накатка диска, полностью повторяет фирменную накатку, зеркальная накатка с логотипом группы в центре. К этому альбому идет буклет в виде раскладки на 8 страниц. Внутри фотографии участников группы на 4 страницы. На обратной стороне на 2 страницы информация о создании альбома и благодарности участников группы. Также здесь есть список песен, которые дублируются и на буклете тоже. И обложка альбома. Вот такой вот буклет альбома Faceless группы Godsmack, выпущенного в 2003 году. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. До следующих крутых обзоров. Всем пока!